Здравствуйте, коллеги. Нам часто задают вопросы на строительных площадках. Как правильно выполнить переход с битумных материалов на полимерную мембрану и с полимерной мембраны на битумные материалы? Как вы знаете, эти материалы имеют разнородную структуру и химически несовместимы. И сегодня мы покажем, как выполнить данный узел быстро, качественно и надежно. Для этого узла нам понадобится ламинированная ПВХ-жесть, полиуретановый герметик, шуруповерт, ручное сварочное оборудование горячего воздуха, прикаточный ролик, ручная горелка, болгарка, уголок, нож, саморезы, шпатель, лезвие. Сначала мы должны разогреть материал с помощью горелки и шпателем удалить посыпку. Листы ламинированной ПВХ-жести соединяем в нахлёст. Размер нахлёста должен быть не менее 50 мм. Для лучшей адгезии полиуретанового герметика снимаем покрытие ПВХ-жести вместе нахлёста. Сначала производим удаление с помощью лезвия, далее с помощью болгарки со шлифовочным диском. Работу с болгаркой необходимо производить строго в перчатках и защитных очках. Ранее подготовленный битумный рулонный материал разогреваем с помощью ручного фена или горелки и вплавляем туда ПВХ-жесть стороной без покрытия. Также вплавление ПВХ-жести можно произвести с помощью времат. Место установки протираем от загрязнений очистителем Технониколь. На ранее подготовленное место нахлёст ПВХ-жести наносим полиуретановый герметик. Производим монтаж второго нахлёста ПВХ-жести аналогично первому. Производим механическое крепление ПВХ-жести. Крепим с помощью саморезов спрессшайбы вместо нахлёста металла. Вальцуем переход одного листа на другой. Для сглаживания острого края ПВХ-металла оборачиваем его в геотекстиль. Привариваем ПВХ-мембрану к ПВХ-металлу. А теперь давайте проверим надежность получившегося соединения. Как видим, соединение получилось надежным, с когезионным разрывом всех слоев. Сегодня мы показали, как выполнить переход с битумно-рулонных материалов на полимерную мембрану. Ваши вопросы и пожелания оставляйте в комментариях под данным видео или присылайте нам на почту. Всего хорошего, удачи на крышах!